В это время, после развала СССР, остались два обмылка крупных от СССР. Россия и Украина. Ну, там мелкие эти, Прибалтика там, тогда можно еще Казахстан. Два обмылка, которые рядом. Вот один обмылок стал постепенно приобретать форму государственности, это Украина. Со страданиями, там, спорами, с судебными решениями, вот, с предательствами, скажем, Янукович и Порошенко, они же предавали Россию, и поэтому наши ребята там, и Путин решил, что это наша квартира, они ходили туда, не вытирая ноги, значит, да, грязи наберут, блин, в этой черноземной зоне Курской, а там на сапогах налипало по 20 килограмм, и потом приходили, стряхивали в Украину, да, это наша территория.